Зоя Космодемьянская в 13-й школе. Довольно удачно сделан памятник, как вы видели по первой фотографии. Очень четко скульптор сделал черты лица. 13-я школа всегда тут собирается на линейках, еще с советских времен. И все ученики 13-й школы помнят это место. Вот очень красивая фотография, как ветеран 1 сентября пришел, видать, бывший ученик школы, памятнику. Трогательное фото. Тут и воспоминания были, и остальные душевные переживания.